Всем привет! Много говорили наши коллеги о том, как работать с заказчиками, как работать с командой. Я немножко расскажу вам о том, как построить, собственно, эту самую команду. А вкратце о себе. Я прошла долгий путь от PM до PM. Как мы видим, был и PR, был Digital, но я пришла к тому формату, что PM-ство все же мне интереснее. Хорошо. Я думаю, что есть у всех вопросы, да? Они всегда возникают по ходу лекций, по ходу докладов. Что делать, если спикер дурак? Ну, такое часто бывает, я думаю, все мы иногда об этом задумывались. Могу сказать, что есть мозг обычного человека, есть мозг спикера. И мы, рассказывая вам о чем-то, основываемся на том, что мы знаем, и это немножко больше, чем знаете вы, но немножко меньше, чем могли бы мы знать. Поэтому, если у вас есть такие вопросы, все нормально. Что я здесь делаю? Я и так все знаю. У всех у нас есть богатый бэкграунд за спиной, у всех у нас есть опыт, но могу сказать, что ничего лучше, чем повторение каких-то знаний, перенимание опыта того же у других людей, не было эффективнее для меня. И также я работаю несколько лет проектом, и у меня все по-другому. Логично, что у вас все по-другому, это хорошо. Иногда это не всегда хорошо, но тем не менее, любой опыт, он ценен. И четвертый вопрос, наверное, у вас возник. Почему буквы зеленые? Вот, я решила, чтобы мы не уснули, чтобы мы немножко взбодрились перед обедом и перед следующим докладом. Из этих букв, которые будут проскакивать, вы соберете в конце наш общий призыв, наш посыл, который я бы хотела вам дать сегодня. Надеюсь, вы будете внимательны. Хорошо, поехали. Начнем с собеседований. У нас есть задача построить команду под проект, либо просто заменить человека. И после этого, соответственно, у нас проходит собеседование. Как сделать обычное собеседование, собеседование мечтой? Об этом немножко расскажу. В любом деле, в любом проекте, в любой задаче есть всегда вот самая воронка успеха. В моем проекте, так как у меня e-commerce стартап, это воронка продаж. С чего мы начинаем собеседование? Мы начинаем с размещения вакансий. И приходит много резюме, как правило. Как правило, часть из них, вот что называется, мимо кассы. У меня были примеры из жизни, когда человек 10 лет успешный бухгалтер, а о PHP-разработке нет ни слова, но при этом он хочет очень быть middle PHP-разработчиком. Я думаю, что не стоит ни мучить ни его, ни нас, поэтому эти люди сразу отсеиваются. Собственно, отсеяли этих людей, собрали пул людей, которые интересны нам, которым интересны мы. Время собеседования, да? Не нужно симулировать. Это всегда и во всем плохо. Нужно быть искренним, нужно дарить людям, не знаю, эмоции. Человек должен уйти с вашего собеседования с какой-то эмоцией. Она может быть плохая, что, конечно же, плохо. Она может быть хорошей, что замечательно, но человек не должен уйти с ощущением того, что вам пофиг. Вот не должно быть этого. Собственно, и нужно производить всегда впечатление, последнее. Оно, как правило, запоминается. Это может быть совет о том, как ему улучшить свое резюме. Это может быть совет о том, как он может себя развить в дальнейшем, да, по итогам общения. Это может быть просто конфетка, не знаю, там, в конце вот, молодец, была рада пообщаться с тобой. То есть в любом случае вы должны заякорить его. Объясню. Да, хорошо. Так лучше. Еще? Окей. Хорошо. Вот. Узелок на память. Как правило, когда мы ищем людей, проходит череда собеседований не одного десятка. И не всегда вы там должны быть, но на тех собеседованиях, которые были у меня за неделю, когда мы набирали команду под мой проект, в день проходило до 8 собеседований. Очень-очень сложно все удержать в памяти. Поэтому, пожалуйста, делайте себе, не знаю, тайм-трекинг какой-то, да, когда у вас будут собеседования. Потому что вырывать из контекста себя – это не всегда хорошо. И бежать навстречу с человеком, не зная, как его зовут, тоже не очень хорошо. Поэтому вот когда, как зовут – кто это вообще, да, потому что иногда проходит череда собеседований на разработчика, на фронтенщика, не знаю, на тестировщика, и ну,
все мы имеем свойство что-то забывать. Поэтому, пожалуйста, пройдитесь по этому чек-листу. Что он умеет? Мы все смотрим резюме. Очень плохо, когда мы их не смотрим перед собеседованием, и HR нас ставит перед фактом, вот он придет, давайте с ним разговаривать. Нужно обязательно посмотреть, потому что есть узкие места во многих резюме, о которых стоит спросить. Потому что иногда либо человек не обновил резюме, либо он заведомо сказал нам не совсем то, что есть на самом деле, либо приврал, чего греха таить. Поговорим. Это не обязательный, по сути, пункт, но будет очень здорово, когда у вас будет адженда вашего собеседования. Это будут те вопросы, профильные, возможно, те, которые интересуют там, лично вас, как человека, с которым придется работать с соискателем. Это пункт, пул вопросов, которые вы задаете по ходу собеседования. И мы вам перезвоним. Как часто все мы слышали эту фразу, как часто мы ее говорили. Могу сказать, что по итогам моего опыта мне перезванивали процентов в 40, наверное. Хорошо это или плохо, не знаю, но тем не менее. Я стараюсь перезванивать всегда. Если у меня нет такой возможности, я всегда пишу письмо. При любом положительном, конечно же, я пишу, при негативном ответе я тоже пишу, и обязательно в этом письме, это и может быть последнее ваше впечатление. Не пишите просто «вы нам не подошли». Объясните, почему человек вам не подошел, и, возможно, в этом письме укажите на те узкие места, которые, собственно, не дали этому человеку получить оффер именно от вас. Не нужно просто писать о том, что «извините, вы нам не подходите». Ну, хорошо. Вот то, чего, собственно, я не делаю никогда. Кем вы видите себя через 5 лет? Прекрасная фраза, но все мы знаем, что она не работает. Люди в состоянии стресса, они не то что не видят себя на собеседовании через 5 лет, они себя через полчаса вообще с трудом представляют, когда выйдут от вас. Поэтому не знаю, почему специалисты по рекрутингу решили, что это когда-то работало. Ну, не знаю, ввести человека в состояние еще большего стресса, наверное, да, если это ваша цель. Получить вразумительный ответ маловероятно. Собеседование не равно допрос. Вы пришли на это мероприятие, да, на собеседование, не спросить, ответить, ответить, спросить. Вы пришли познакомиться с человеком. Вы пришли узнать о нем что-то, рассказать о себе что-то. В любом случае коммуницировать. Это диалог. Это не должно быть, вот пул у вас есть ответов, вопросов, о которых я говорила немножко раньше, но вы отклоняетесь от него. Если это перерастет в обычный разговор, это прекрасно, потому что в любом случае и вы, и ваш собеседник получите, ну, не знаю, удовольствие как минимум от этого. Да? Рынок тесен, он действительно очень тесен. И, ну, наверное, все мы друг друга где-то когда-то видели на LinkedIn. Это та сеть, которая позволяет нам незнакомых людей идентифицировать в толпе. Где-то мы их видели. И если вы сделаете что-то хорошее, как если вы сделаете что-то плохое, об этом всегда узнают. И хуже, когда об этом узнают без вашего ведома, вы придете уже сами на собеседование, а вас слава шла впереди вас. Поэтому будьте просто искренними, делайте хорошие вещи. Давайте просто людям советы. У меня было собеседование одно из... Когда девочка, она, я ей не дала оффер, но при этом она поблагодарила меня и сказала, что это было очень круто, и можно я приду просто к вам на собеседование еще раз. Хорошо. Так, видео мы посмотрим немножко позже, если у нас останется время, Оля позволит. Что дальше? Команду собрали, все хорошо у нас, все специалисты, все профессионалы. Нужно теперь понимать, как работать с этой командой. Об этом я сейчас расскажу вам. Несмотря на то, что команда должна быть тимбилдинг, демократия местами, демократия – это не всегда хорошо, поэтому, общаясь со своей командой, узнавая о них что-то новое, узнавая, чего они хотят, узнавая их потребности, вы всегда должны помнить, что давая людям свободу выбора, а вы потом обречете себя на выполнение этих обязанностей, на выполнение их желаний. Поэтому чем меньше мы даем вариантов ответа на вопросы, не знаю, там, вот какой стул ты хочешь, да, вот если у вас там неформализованная там мебель, то вот какой стул бы ты хотел, да, пришел новый человек, и вы даете ему вариант выбора. Могу сказать, что вы заработаете себе головную боль.
потому что вариантов будет очень много, но при этом бюджет у вас лимитирован. Также и в, не знаю, там, митинги, да, скрамы, демо. То есть скрамы это более-менее понятно, но вот демо, когда вы будете говорить, вот давайте, вот ребята, мы с вами подумаем, когда бы нам всем было удобно. Никогда никому не будет удобно в одно и то же время. Никогда. Поэтому, ребят, демократия классно, общайтесь с командой, удовлетворяйте их там, потребности в рамках работы, в рамках, не знаю, там, того же тимбилдинга. Но помните, что колхоз – дело добровольное. И все равно вы сверху, вы финально принимаете решение. И чем больше вы дадите вариантов, тем больше вы дадите там, маневров к отступлению или к наступлению, тем больше у вас появится головной боли на выходе. Мультифункциональность. Вот, собственно, если мы будем делать все, то мы будем обречены на вот кусочек вот тот последний, там, где про анальность. Потому что мы, в первую очередь, мы ответственны за проект в целом. Мы можем с вами, вот как сейчас я общаюсь с разработчиками, я общаюсь с SEO-специалистами, с специалистами по контекстной рекламе, ORM, департамент, SMM. То есть, если я буду делать это все, то вот тот кусочек будет, я просто обречена на него. Потому что, когда придет время пожинать плоды, я скажу, ну так я и рекламную кампанию запустила, я там и SEO-тексты помогла написать. Но я потеряла нить вот повествования в целом проекта. Поэтому, делая все, не делаем ничего. Делайте свою работу хорошо. Следите за тем, чтобы проект был успешен. Это основная ваша зона ответственности. И при этом, по ходу достижения успеха проектом, не забывайте о своей команде. Вот то, что вы должны делать. Вы можете быть очень классными, вы можете делать, не знаю, там, запустить рекламную кампанию за 2 минуты. Но если на выходе у вас ROI будет в минусе большом, и если на выходе вы, не знаю, там, получите отрицательную прибыль, то ну вот там все сосредоточится у вас, поверьте мне. Вот. Собственно, я узнала о менеджменте сзади на PM Day, в котором я была осенью, и мне очень понравилась эта фраза. И я уверена, что она точно отражает ситуацию в команде и место менеджера во всем этом. Потому что если мы будем вариться, сзади не всегда плохо. Позвольте людям в разных отделах, позвольте, если у вас несколько отделов на проекте, это, вероятнее всего, так и есть, позвольте людям в команде разработки, в частности, пускай они выберут себе лидера. Пускай он будет гласный, негласный. Поверьте мне, они его выберут. Плохого, хорошего выберут. И это не всегда может быть руководитель. И вот в плане контроля, в плане общения, не всегда даже с руководителем у вас получится найти общий язык, но вот этот лидер внутренний, командный, он вам поможет, когда вам нужно будет здесь и сейчас, когда вам нужно будет спросить, почему нет, и когда вам нужно будет сделать какую-то задачу внепланово или передвинуть приоритеты. Это плохо, конечно же, мы все об этом знаем, но всяко бывает. Поэтому просто отойдите назад и смотрите за тем, что происходит. И могу сказать, что это чаще всего это сложно, просто вот выдернуть себя из контекста. Но когда вы отойдете назад, вы увидите настолько много всего, что вы поймете, блин, да тут реально, да тут проблема, а тут, в принципе, все у нас хорошо. Это поможет вам увидеть проблему, когда вы выйдете из контекста, вот за рамки контекста. Хорошо. Собственно, как жить, когда мы собрали команду, у нас есть понимание, кто что делает, у нас есть негласные лидеры, гласные, структура, все очень хорошо у нас. Мы говорили, коллега мой Игорь говорил о мотивации, которая не всегда денежная. Я иду по пути того, чтобы за нематериальное дать материальное. Сейчас расскажу, о чем я. Собственно, есть 3 пути. Деградация, градация и что попало. Вот что попало, вот от этого нужно очень сильно избавляться. Потому что когда у нас деградация наблюдается в команде, ситуация следующая. У нас есть тимлид. Он уже тимлид 5 лет, у него как бы богатый опыт, но он понимает, что это человек-дерево. Этот человек настолько пустил корни в проект, что, выдернув его, мы, скажем так, мы не будем знать, что нам делать дальше с проектом. Это мой личный опыт, у меня было так.
Но при этом человек отказывается всячески писать документацию. Документация у нас в состоянии статус божественный, ее просто нет. А человек ничего не делает, человек живет в каком-то своем мире, и пытаясь его выдергивать из этого мира, мы получаем, то есть, вот такие фидбэки, там, ничего не хочу решать, 100 раз сделал, так, нормально, ой, все, если не нравится, давайте я уйду. Как с этим жить? То есть ясно, что вряд ли этот человек останется в команде, потому что ни мотивационные разговоры, ни понимание вообще, чего же он хочет, они не помогают. И, ну, наверное, тот случай, как у нас, собственно, и произошло, когда увольняя быстро, нанимая долго. Мы, тем не менее, получили документацию, мы получили этим образом, что мы взяли второго разработчика, скажем так, менее сильного, и мы просто устроили соревновательный, у нас был эффект, когда мы сказали, ну вот, там, Мишенька, вот тебе шел Васенька, и Васенька будет теперь твоим начальником, да, и для того, чтобы Васенька что-то понял, пожалуйста, расскажи Васеньке, что ты вообще делал. И часть документации все-таки наш нерадивый Мишенька написал, часть уже сделал Васенька. Собственно, после этого, ну, мы поставили человека перед фактом, что если ты не видишь себя дальше в нашей команде, если тебе это неинтересно, и мы будем идти дальше по такому пути, наверное, нам нужно прощаться. Человек сказал, да, окей, хорошо, мы до сих пор общаемся, то есть это не было болезненно, все понимали, что к этому идет. Но, тем не менее, вот деградацию, ну, вряд ли стоит держать таких людей в команде, если даже после нескольких разговоров у нас вот финал нашего диалога, ой, все. Что попало? То в продолжение чего я говорила, вот мультифункциональность. Очень классно, когда вот, допустим, у меня есть SEO-специалист, который разбирается в коде, еще может сверстать статичную страницу. Это очень классно, но мне это не нужно. Я хочу, чтобы он делал хорошо свою работу. А при этом у нас в какие-то моменты начинаются космические корабли, которые, собственно, в день астронавтики, да, бороздят. Вот у нас простор, у нас все хорошо. Вот. Этих людей вот нужно направлять. Потому что, как мы видим, вот вообще-то я хочу быть суперменом, вообще на машинке могу. Нужно общаться с людьми. И, допустим, раз в полгода я провожу беседы с людьми. Я спрашиваю, вот как ты себя дальше видишь? Вот как? Вот чего ты хочешь? И могу сказать, что некоторые люди, там, будучи верстальщиками, приходили в отдел, там, SEO-специалистами становились. Они становились успешными SEO-специалистами, потому что они просто пережили тот этап, когда они там были, не знаю, разработчиками. Если человеку хочется, если человек видит себя в этой команде, то дайте ему эту возможность. Не нужно говорить, нет, ну вот ты же такой классный, оставайся здесь. Он в любом случае уйдет туда, куда он хочет. Второй вопрос, будет ли он у вас, или он будет у другой компании. Вот, я смотрела рейтинг Доу, вообще прекрасная фраза. Я ее услышала на 20 собеседованиях из 30. Когда люди откровенно ничего не знали, но они говорили, мы хотим, вот, я не знаю, там, энную сумму денег. Я говорю, почему, ребят, почему вот вы хотите? Вы же откровенно понимаете, что вы не знаете. Не, ну так я читал, то есть, ну. И, скорее всего, для этих людей, собственно, рейтинг Доу будет основной мотивацией, то есть денежной. Насколько вам это нужно? Потому что завтра ему предложат N в квадрате, там, не знаю, сумму. И он уйдет. Потому что, и будет он так ходить всю жизнь. Потому что он хочет денег. При этом он не хочет учиться, потому что, вероятнее всего, то есть, ну, уровень останется, ну, плюс-минус. Потому что главное, это будет вот зарабатывание денег, вот такое хождение из компании в компанию, где кто больше заплатит, тот его танцует. Вообще нехорошо, не считаю. То есть, ну, знание нужно оплатить за знание. Об этом я сейчас дальше скажу. Градация. То есть у каждого сотрудника моей компании, в моем, чем в других отделе разработки, есть план персонального развития. Что такое план персонального развития? Для каждого сотрудника мы с моим тимлидом и удаленным консультантом составляем, то есть, вот те места, да, узкие, которые он не знает или мог бы знать лучше. Как правило, это включается теория, в эту теорию включается ряд задач, которые вот применимы к нашему проекту, либо, ну, вот, ну, достаточно абстрактные, но было бы неплохо, если бы он сделал, потому что если он их сделает, то он подтвердит, что он может, умеет, знает хорошо. И только после этого мы вводим прибавку к зарплате. Потому что платить за выслугу лет, платить за то, что он прочитал книжку какую-то, которую мы уже ему купили, но очень странно. Это своего рода мы проводим экзамен, то есть аттестацию. Сроки могут быть от 3 месяцев до полугода, как показывает практика. Опять же, я не называю сроки людям, потому что им это сдавать. Но второй вопрос, что если придет 3 месяца, а человек этого не сделал, то уже, то есть, другой вопрос.
И если человек не сдает этот план персонального развития, мы не увольняем его, не бьем по рукам, мы просто говорим, ну окей, тогда твой пересмотр зарплаты, то есть откладывается вот на такой срок. Если для несдачи были объективные причины, такие как, например, ну вот он физически не справлялся, там загрузка на проект не позволяла, еще что-то, то, соответственно, это частный случай, и мы его рассматриваем отдельно. Вот, касательно второго пункта. Если мы не задаем себе этот вопрос, наверное, что-то пошло не так. Потому что мы не можем всю жизнь ходить в коротких штанишках в детский сад. Мы потом идем в школу, в университет, это логично. И если мы смотрим на то, что мы сделали, если нас всю жизнь устраивает то, что мы делали перед этим, ну, мне кажется, странная ситуация. Потому что, оборачиваясь там, оглядываясь на те проекты, которые я делала, оглядываясь на те, там, не знаю, ТЗ, решения, которые я принимала раньше, уже сейчас я могу сказать, что я бы сделала лучше. И если человек не задумывается о том, что же он делал, да, что он вообще делает, как он это делает, и у него нет пути решения оптимизации, да, то, что мы называем рефакторингом, да, если он этого не делает, то ну, вряд ли градация какая-то в принципе возможна. И третье – это убийство улыбчивого заводчанина. Мы должны понимать и доносить о том, что мы работаем на эффективность. Мы не работаем от забора до обеда. Если люди будут работать вот с 9 до 6, то, вероятнее всего, они просто в какой-то момент, они либо уже начали отсиживать просто рабочий день, либо они его начнут в ближайшее время так себя вести. Мы работаем на эффективность. И, допустим, если там у нас спринт закрыт, все хорошо, у нас нет ни одного бага, то почему бы просто, не знаю, полдня не пойти с командой, не устроить, не знаю, там, тимдринкинг, не пойти просто куда-то отдохнуть, просто пообщаться. Потому что это будет мотивировать людей, это будет сплочать людей. И в итоге мы получим сплоченную команду, которая будет дальше работать на эффективность. То, чего я придерживаюсь, и если команда вам не верит, если люди вам не верят, они не пойдут за вами. Все очень просто. И стоя с плеткой, не знаю, у стола разработчика в ожидании релиза, вы вряд ли чего-то добьетесь. Вы добьетесь один раз, два раза, но на третий раз он просто не сделает. И определенных задач, да, он не пойдет вам навстречу. Поэтому просто нужно, не знаю, верить в свою команду, нужно доносить то, что вы их цените, не пускать никого в отдел разработки. То есть все проходят через вас. Если люди идут мимо вас, значит, что-то делаете вы не так. Потому что никто не должен отвлекать команду. Никто не должен влезать в процессы. Никто не должен учить их, как им жить и какую задачу им сейчас сделать. Это все согласовано. Это все через вас. Вы тот самый, да, фаервол, спам-фильтр. Вы не должны. То есть в случаях, в отдельных случаях, я даже когда работала в диджитале, я закрывала дверь в продакшн, просто потому, чтобы не было хождения по мукам. Когда аккаунты, не знаю, там, клиенты, ньюбизы просто приходили и говорили, вот, все, сроки пропали, все, горим, побежали, там, меняем приоритеты. В диджитале это встречается чаще. В IT, вот, в разработке это реже, и это хорошо. Потому что диджитал – это здесь и сейчас. И там мало кого интересует о том, что у вас там этот промо должен зарелизиться, его делать нужно 3 недели, а вам нужно через неделю. То есть это там, ну, как правило, не работает. Спринты, планирование, я не слышала. В целом, у меня все немножко, наверное, было сумбурно, немножко было местами, наверное, странно. Но просто, честно, очень сложно рассказать за 30 минут, там, за 20 минут то, там, чему учился 2 года, и то, что нужно, в частности, смотреть, ну, на конкретных примерах. Мои контакты. И давайте поговорим о финальной фразе. Кому-то удалось ее собрать? Что? Да. Хорошо, у меня все, я думаю, есть вопросы. Да, у нас питання? Зараз підходжу. Дякую, мені щастить на першим бути. Ви казали за... Я на русском. Ви говорили за узкі міста в резюме. Як їх... Можна пару примірів? Пару примірів узких міст в резюме? Ну, це коли, допустим,
сейчас скажу, с кем став резюме. Но это когда у человека используются какие-то аббревиатуры, да, которые, то есть непонятны ни отделу разработки, они никому не понятны, их нигде нет, этих аббревиатур, которыми он оперировал вроде как 3 года. Узким местом для меня является, что человек, не знаю, там, вот опять же, там, работал бухгалтером, хочет быть разработчиком. Человек, там, не знаю, 3 года был менеджером, потом он был продажником, потом он был грузчиком, а теперь он хочет быть фронтенд-разработчиком. Опять же, я смотрю на соответствие ожиданию, да, реальность, кого я ищу и что приходит. А чаще всего это узкие места, это просто низкая квалификация человека. Это студенты, которые хотят ту зарплату, которую я на медла предлагаю, и они вот такие бравые, такие лихие, то есть видели на Доу, там что пишут. То есть, ну, как правило, вот эти узкие места. Ну и опять же, использование тех терминов, которых, ну, либо в природе нет, либо они были настолько узкие, настолько в этой команде, что, ну, они никому не понятны и вряд ли мне нужны. Понял. Задаете ли вы вопросы на человеческие качества? То есть, если мы откидываем проактивные вопросы, какие еще есть варианты таких вопросов? Как выяснить, что человек к вам приходит на проект, а не потому, что вы даете больше денег? Я спрашиваю у людей, то есть, ну, а как они вообще пришли к тому, чтобы стать, не знаю, разработчиком, да, вот как пришли, потому что, как правило, на разработчика, ну, показывает практика моя, да, они заканчивали там институт, университет Макарова, а сейчас они успешные фронтенд-разработчики. Как они к этому пришли? Как они вообще решили, что им нужна моя работа? То есть, потому что, ну, зарплата, да, скажите мне честно, если зарплата, окей. Если вы классный специалист, я даже вам за это дам. Мы потом с вами в процессе разберемся, как я вас промотивирую. А если, не знаю, еще вопросы? Да просто, ну, как человек провел день? Ну, реально, это выбьет его из колеи, но, тем не менее, это вызовет его на диалог. У него в голове что-то прощелкнет, и он поймет, а действительно, а что я вообще как провел? То есть, как я понял, вы больше ищете страсть в человеке к тому, что он делает. А если человек не горит, то он будет делать, простите, вот эту хуйню, которую потом мы переделаем. Понял. И если к вам приходит PHP-разработчик, а на самом деле это бухгалтер, как вы себя поведете на собеседовании? А я его просто, ну, я его не приведу на собеседование. Ну, вот он уже пришел, но в резюме написано слишком много, и оно не отвечает. То есть вы сразу закроете вопрос, или вы там как-то... Нет, почему же? Я пообщаюсь с этим человеком, мне уже интересно пообщаться с точки зрения, как он вообще к этому дошел. То есть явно он долго шел. То есть, и как он к этому пришел. И, ну, как иногда такие собеседования заканчиваются тем, что мы либо предлагаем другую позицию, либо просто пишу ребятам, там, правлю их резюме, говорю, вот это не надо говорить, вот это, а вот тут прибудет с тобой сила, и, собственно, в эту компанию ты мог бы подойти. Спасибо. Еще спасибо за то, что вы даете фидбэк людям потом. Спасибо. Я хочу запитатися, чи були в вашій практиці такі випадки, коли людина чисто випадково попадає до вас на співбесіду? Ну, я так зрозуміла, що до вас на співбесіду простий бухгалтер не може попасти, хоча б він там мав якісь особисті якості там цей. І ви при розмові з ним розумієте, що ця людина потенціал, що ця людина, яка, можливо, не дуже знає ту тему, куди вона прийшла, але поробивши з нею там якийсь період короткий, ви зможете з неї зробити от класного спеціаліста. Наприклад, в моєму досвіді були люди, які зовсім не знали тої сфери, куди вони прийшли працювати, наприклад, вони закінчили фізичний факультет чи математичний факультет. Я знаю люди, які закінчили, наприклад, ІНЯС, але вони хотіли поміняти щось в цьому житті, тому що ми знаємо, що ми отримуємо освіту, яку нам скоріше диктують батьки, бо після закінчення 10 класу ми не сильно знаємо, чого ми хочемо в цьому житті, деколи людей треба більше часу прожити. І чи ви таким людям шансу не даєте? Ну, в мене було, коли людина закінчила інфіз, але в сфері IT вона досягла дуже, бо вона захотіла поміняти щось в цьому житті. Вона захотіла, їй підійшов тімлід, їй підійшла команда, люди її захопили. Ну, але от мені, чесно кажучи, трошки лячно за тих людей, яких от, ви їх не бачили, ви їх не чули, ви не знаєте їхнього потенціалу, але шансів, мені здається, ви їм не даєте. Я поняла ваш вопрос. Наверное, сейчас немножко объясню. У меня тоже есть примеры, когда у меня друг, будучи электриком в ЖЭКе, сейчас успешный middle front-end разработчик. Зарабатывает хорошие деньги. Поэтому. А я не беру тех людей, которые, будучи бухгалтером, хотят быть разработчиками и при этом не пишут мне о том, что они умеют кодить. То очень странно, когда человек сидит в бухгалтерии, потом он идет мне на middle PHP-разработчика,
а оказывается, что разработки он и не знает. У меня были примеры, когда люди не подходили на мою должность, они были. Но при этом я даю людям какой-то фидбэк. Я даю им, вот тебе было бы неплохо там сходить сюда, тебе было бы неплохо почитать вот это, не знаю, там, минимально пройти какой-то онлайн-курс, и потом мы с тобой поговорим. Я не говорю «нет» категорически, я говорю чаще всего в таких случаях «да», но позже. И то есть примеры о том, что там образование нам выбрали родители, да, я тоже экономист, мне это не пригодилось. Ну, то есть, поэтому мы не говорим «нет», мы говорим «да», но позже. Здравствуйте, разрешите? Да. У вас работает разработчик, он уходит, говорит, мне там предлагают там плюс столько-то. Что вы делаете? Это первый вопрос. И второй вопрос. У вас работает разработчик, подрос, но как бы пересмотр зарплаты по вашему там educational уровню, он говорит, типа, я теперь кладу на два кирпича больше в час. Раньше ложил один, сейчас кладу два. Будете ли вы повышать ему зарплату? Спасибо. Спасибо большое. Первый вопрос. Если человек ставит вопрос ребром о том, что я ухожу, то есть он принял уже для себя решение, он не говорит мне о том, что ему дали оффер, как, что будет дальше у меня в этой компании. Если человек говорит о том, что мне предложили деньги, я ухожу, то вероятнее, что я отпущу этого человека, потому что постоянно перебивать по зарплате его, я не буду этого делать. Если человек подходит ко мне, у меня был тот случай, когда он говорит, то есть, Ян, ты понимаешь, мне предложили больше, и там какой-то новый проект, и в принципе это интересно, я могу себя это реализовать. Как быть? Я говорю, ну так как ты себя видишь на этом проекте? Ну я вижу, что мне еще тут год есть, как развиваться. Я говорю, у тебя вопрос в деньгах? Он такой, ну да, куда мне расти, то есть как мне дальше жить на этом проекте? Я говорю, окей, я тебя поняла, я тебя услышала, и я оставлю этого разработчика. Ну а как... Что? Я дам ему больше зарплату, потому что человек видит себя на моем проекте. Я спрашиваю, как он себя видит. А если человек мне говорит, я ухожу, потому что там больше, ну окей. Он и из следующей компании уйдет, потому что дадут больше. И он будет постоянно, вот такая миграция у него будет. А касательно того, что я кладу на два кирпича больше. Он может класть на три кирпича больше. Но мы же все меряем, то есть какими-то там, не знаю, бизнес-вэлью, да. Он может, опять же, сделать задачу, которая с точки зрения разработки, это просто, не знаю, это вау. Это вот все смотрят и говорят, класс, чувак. А на деле это окажется никому не нужно. То есть если человек хочет, не знаю, там, класть кирпичи быстрее, это одно. Но если человек мне говорит о том, что я кладу кирпичи, но я хочу развиваться еще, то за это я ему дам денег. А выше, сильнее, быстрее, ну зачем? Честно, я не совсем себе это вижу. Он в какой-то момент будет делать задачи за 5 минут. Ну, а кому это нужно? Возможно, я предложу ему еще как вариант, я предложу ему стать тем лидом. Я, возможно, у меня есть возможность там создавать дополнительные проекты. Может быть, он просто уйдет на другой проект. Но если вопрос станет, то есть выше, сильнее, быстрее, дай мне денег, не знаю, не уверена. Яна, добрый день, спасибо вам большое за информацию. Спасибо. Вы упомянули о людях, которые работают, грубо говоря, с 9 до 6, и у них нет никакой мотивации. Вы сказали, что можно говорить им, что мы их ценим, говорить, что мы в них верим. Если это не действует, как вы посоветуете мотивировать их к большей работе и преданности к проекту? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Я пробовала сделать, вот как в Макдональдсе, да, очень классно на самом деле, работать сотрудник месяца. То есть это сотрудник недели, то есть плюс и минус. А после 2 недель попросили снять доску, и те, которые работали плохо, плохо уже не работали. То есть они выровнялись. Они не стали все работать хуже, но они все стали работать лучше, потому что они не хотели быть вот там. Это, ну, наглядно, это иллюстрирует, это визуализирует. И все мы боимся нафейлить, и чтобы на нас смотрели неделю. Ну, это очень сложно. И плюс, опять же, мотивировать... Нужно просто сесть, поговорить с человеком. Правило, то есть, ну, как бы это грубо не звучало, да, работает тимдринки на самом деле. Когда вы с командой, то есть формально общаетесь, все классно, но когда вы выходите вне офиса, совершенно другие вопросы поднимаются. Вы узнаете гораздо больше. И, возможно, человек, то есть, не хочет работать, потому что, не знаю, там, стул у него неудобный, и вообще он книжку хочет, которая ему поможет развиваться, но он не может вам об этом сказать. То есть, вот у меня были именно такие моменты, которые вот... Пожалуйста. Так, от мене питання трошки, напевно, пов'язане з попереднім, бо ну, я бачу тут трошки інший механізм, з яким можна працювати, тобто банально культура компанії. Тобто є якийсь певний набір
цінностей, котрі ви транслюєте, вони там більш-менш однакові для всіх. І, ну, в компанії, так? І я от хотів запитати, чи ви для формування цієї Dream Team там використовуєте культуру компанії, чи визначили, які ваші ключові цінності, ну, чи використовувати цей механізм, тобто, бо засоби, як там співробітник місяця, ну, це просто практичний засіб, да, там для когось подія, для когось не подія. А всім людям хочеться мати якесь осмислене життя, осмислену роботу, типу, для чого там, в чому моє призначення, що я роблю. Тобто не просто програміст, там, а я там в космос запускаю кораблі, там, ну, чи щось таке, да? Спасибо. Я строю, то есть, ну, наверное, не знаю, пафосно, как-то громкость прозвучит. Мои отделы — это отдельное государство в рамках компании. Я делаю все для того, чтобы людям было комфортно работать в первую очередь. И когда от них убрать текучку, от них убрать вот этот шум информационный постоянный, который вот миграция происходит, все мы, наверное, видели это, они тогда поймут, что, блин, это же так круто делать то, что я люблю, и за это получать деньги. Как я доношу это через проект? Я не работаю на плохих проектах. Я беру только те проекты, которые я горжусь, которые я верю и которые я хочу добавить в резюме. А все остальное, ну, мне кажется, это составляющие факторы. Цель? Я хочу делать проекты и стараюсь их делать вместе со своей командой, которыми будут пользоваться миллионы и которым будет удобно это делать. И через призму вот этого, отбрасывая весь вот этот шум, все ненужное, мы становимся вот реально отдельным государством. И некоторые, то есть, не знаю, даже говорят, а зачем? Вот ты построила государство, мы же там все команда. Да, мы все компания, но моя команда – это мое государство. И мы делаем те вещи, которые, ну, в других командах, не знаю, наверное, поучиться можно. Просто нужно верить в то, что ты делаешь, опять же, и нужно делать великие вещи. А они в мелочах иногда просто скрыты. Яна, доброго дня. Добрий день. Питання стосовно колективу і набору ту Dream Team. Питання трохи затерте, але тим не менш актуальне. Давайте. При співбесідах, ну, енна кількість людей пройшла співбесіду, і на одну вакансію було відзначено дві персони. Одна більш-менш зелена, але в неї очі горять, вона хоче щось досягнути, ви бачите, що, ну, набагато потенційна особа, а друга така... може стати таким, ну, таким якимось фактором, який зіпсує колектив взагалі. Спасибо, я вас услышала. У меня было такое решение 2 недели назад. Я взяла у того, у кого глаза горели. Потому что, когда у вас горят глаза, вы можете прыгнуть выше своей головы. А когда у вас 10 лет бэкграунда, и при этом вы говорите, ну, я так 100 раз сделал, ну, окей. Даже с этим опытом этот человек внесет разруху в коллектив, потому что вряд ли он будет коммуницировать со всеми. Он будет постоянно заострять углы. Он вряд ли сможет стать тимлидом команды при своем опыте. Он просто будет вот той занозой, простите, в заднице, которая будет вам постоянно мутить воду. Я взяла человека, у которого горели глаза. Потому что когда я ему говорила о своем проекте, которым я тоже болею, я получила фидбэк, он сказал, боже, это так круто, я так хочу. И честно, он сейчас, ну, шарашит, я не знаю, просто. Я не знаю, как он это делает. Я не знаю, как он это делает, но даже там код-ревью он проходит. То есть, и, ну, ребята, честно, мы не ожидали от него такого. То есть я за то, чтобы глаза горели. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас такой вопрос тоже из практики. Создавался новый проект, под него команда. Взяли тимлида. Еще молодых программистов и начали работать. В процессе работы буквально в первые 2-3 месяца стала видна ситуация, что один из программистов, который даже не был синьором, но был очень быстрым, развивающимся и молодым, он начал по ходу почти обгонять их лида. То есть даже его решения какие-то были лучше, причем это было видно команде, а самое плохое, что это было видно тимлиду. Вот, и, соответственно, это была конкуренция и открытая, и скрытая, то есть сама атмосфера была неправильная. Вот как бы вы поступили в таком случае, и вмешивались ли вы вообще как PM, или оставили бы это для них, или все-таки вмешались, и как? Спасибо. Ну, я однозначно бы вмешалась, причем я бы говорила
я бы поговорила, то есть, наверное, сразу втроем, потому что если это чувствует вся команда, если эти два человека это тоже чувствуют, все мы это видим, да, то есть смысл не говорить, разойдясь по разным углам, а поговорить именно втроем, сесть и обсудить это. Уточнение. На момент ощущений мы еще не знаем, или каждый из участвующих в конкуренции понимает, что это конкуренция. Например, техлид это может понимать, потому что на его позицию уже, ну, вроде как давят. А тот, который программист молодой и развивающийся, он от чистого сердца и души. Он просто лучшие идеи предлагает, то есть он ущемляет, грубо говоря, авторитет техлида не специально. Я понимаю, поэтому я дальше расскажу, что бы я сделала. А я бы просто их в одно целое объединила. Потому что у того есть опыт, у того есть какая-никакая, но работа управления командой. У этого есть глаза горят и лучшие идеи. И я уверена, что они хотят одного и того же. И если правильно донести его точку зрения, что этот не со зла, а тот, у того есть опыт, и если молодость и опыт совместить, то будет смысл. Если нет, если ну, они вот идут просто на конфронтацию, они... ну вот вообще не хотят общаться, то есть патовая ситуация, то тут уже вопрос в том, не взять ли третьего человека. Вот да, я бы раздула штат. Нанять третьего? Еще раз, что сделать? Нанять третьего человека, который, собственно, станет тим лидом, или найти его внутри компании, который будет готов стать тим лидом. Потому что если один не управляется, а второго не остановить, то нужен человек, который может с этим работать. Нужен человек-управленец. А он станет главнее, чем этих два? Ну, он будет управлять. Новым техлидом? Да. То есть тем самым вы техлида понижаете, берете над ним еще одного техлида? Я не понижаю техлида, я просто меняю его позицию. Потому что если человек не может управлять, то есть конфликтом, да, если человек не может разобраться в своей команде, ну, тогда зачем? Ну, зачем тогда нужен этот человек? Может, он вообще не хотел быть техлидом, может, вы сами взяли и поставили. Может, ему просто хочется покоя, ему хочется кодить, и чтобы его никто не трогал. Такое тоже бывает. Ну, хорошо, мне было интересно услышать ваш опыт. Расскажу вам, как было у нас. Техлид, конечно, хотел быть техлидом и хотел управлять. Молодой программист был настолько быстрый и развивающийся, что он, его какие-то решения действительно были лучше. Но конфронтация была скрытая, так как эти люди друг другу, грубо говоря, не подходили. И вот они не могли найти общий язык, потому что это было либо мое, либо мое, либо, ну, вот нехорошо было. Третий человек породил бы большую проблему, потому что пришлось бы находить с этим и с тем. Я вам расскажу, решение было простое. Нужно было убрать одного из них с этого проекта, ну и так было возможно на том момент, да, что его в горизонтали одной фирмы смогли перевести на другой проект, и просто остался там один техлидом, вот и все. Ну вот третьего человека нанять как-то вот я не представляю себе. То есть мы еще больше базар бы развели, разве нет? Нет. Я так не думаю. Я рада вам за опыт, которым со мной поделились. Мы можем потом немножко позже обсудить детальнее эту ситуацию. Просто было интересно услышать, именно как вы сказали, выйти за рамки и услышать с другой стороны взгляд. То есть ваш вариант именно третьего человека нанять. Вот на текущий момент то, что я услышала, да. Спасибо. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Спасибо большое за слайд. Где его можно скачать? Я думаю, организаторы вам передадут презентацию. И такой вопрос по поводу менеджеров, которые на заднем фоне. Или там фраза по-другому прозвучала. Ну, сзади не всегда плохо, да. Не бойтесь говорить это. Вот есть такая ситуация, когда ребята вышли из девелоперов, например, и становятся PM-ом. И, например, на пленинге он понимает, что что-то не так со стиммейтом. Вот он бы в свое время сделал бы, я не знаю, там за два дня. Ребята говорят, что они будут делать неделю. Вот как им побороть в себе вот это вот начало? И второй вопрос, опять же, про фоновость. Вот процессы идут, работу менеджера никто не ощущает. И вот насколько он может потерять авторитет свой из-за этого? Спасибо большое за интересные вопросы. Касательно, а не про эстимейтить, для меня самому. Менеджер... если он разработчик, да, он может пойти другим совершенно путем. Он может сказать, я всегда говорю, то есть когда у меня происходит эстимейт, то есть команда вроде все, молодцы, мы уверены, что мы это сделаем. У меня нет технического гранта. Я говорю, ребят, а вы уверены? И тут начинается самое интересное. У нас, то есть, ну, на самом деле команда была создана недавно, и, то есть, ну, они друг друга мало знают еще. То есть там сколько, 2 месяца прошло. И мы еще набрали вот в течение прошлой недели там 1 или 2 человека мы взяли.
И то есть, когда задаешь фразу «А вы уверены?», они сами, то есть, сделают вот эту погрешность, да, они ее исправят. Плюс, как мы все менеджеры любим делать, да, чтобы там закрыть какую-то вот зеленую зону для себя. Вот то, что позволяет нам реалии сделать, это 1.25. Умножаем вот эту оценку для клиента. И в идеале 1.75 вообще наверняка можете еще ему фишечку сделать какую-то вот за то время, которое у вас останется. Он будет счастлив. А касательно второго вопроса, особенно вот этой фоновости. Когда менеджера никто не видит, это хорошо. Плохо, когда начинают его видеть, замечать, и начинается суета. Вот до тех пор, пока вас не видят, все прекрасно. Объясню почему. То есть вы должны, то есть, решать все вопросы вне зоны команды. И если, допустим, команда начинает задумываться, да, а вот почему вы бегаете, а вот что там у вас случилось, да, вот тогда у них начнется вопрос, то есть, ну, там, чувак, ты там сидел 3 месяца, да, все классно было, нам все нравилось, а теперь нам пришли какие-то чужие люди, что-то от нас хотят. То есть, и вроде как команда увидит, что вы начали работать, вы коммуницируете, варитесь в этом котле с другими людьми, в то же время у них больше возникнет вопросов. Менеджер хорош, когда его не видно. От ви кажете, взяли джуна, наприклад, на роботу. Очі світяться, досвіду за спиною трошки мало. І в нього тестовий період. Наприклад, в перший день він себе провів добре, другий день в нього там боліла голова, не проявив себе, в нього впала самооцінка персональна. От я нічого не можу, я, напевно, не справлюся і так далі. Третій день в нього такий середнячковий вже. Ну, от рішення PM-а він не підходить. От який, по-вашому, на вашу думку, оптимальний тестовий період для такого? Чи давати ще далі можливість людині проявити себе, чи, можливо, я не знаю? Мені вообще, спасибо за вопрос, мені вообще удивительно, як ви вот за 3 дні прийняли рішення. Вот, я не знаю, у меня честно, у меня ребята там разворачивают проекты, то есть только первые 1.5 дня вместе с установкой всего остального. И то, что у них от этого может болеть голова, я тоже понимаю, почему она может заболеть у них. То есть, ну, 3 дня – это очень мало. То есть нужно смотреть в разрезе хотя бы 2 спринтов. Смотрите 2-3 спринта. Вот тогда можно говорить о чем-то. Первый спринт, могу сказать, что у него там тот самый фокус-фактор наш любимый будет. Ну, он будет низкий, потому что человек разбирается в проекте. Второй плюс-минус. Ну, вот в рамках вот где-то 1.5 месяца, то есть у вас спринты по 2 недели, вы поймете, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, 3 дня, ну, не знаю. У меня бы тоже болела голова, наверное, если бы на меня все вот так свалилось, и еще кто-то стоял и спрашивал, там, нормально все с тобой, голова не болит? Вы упомянули, что существует градация профессиональная. Да. Очевидно, ей соответствует какая-то сетка по зарплатам. Вопрос, прозрачна ли эта сетка для всех сотрудников, и вообще какие вы видите преимущества и недостатки между тем, чтобы были персональные договоренности об этой сетке, сетка не была прозрачной, не знали, и наоборот. Спасибо большое. А я вам скажу, что сетка будет прозрачной, потому что у меня процент от ставки человека. Она для всех прозрачная. То есть у меня есть градация, да, то есть, допустим, 20%. И каждый для себя сам понимает, что это 20%, это не будет 25%. Есть ли вопрос о том, что человек, то есть вот, как у меня, да, была ситуация, он говорит, я, ну, там, проект классный, то есть, ну, а тут я могу себя найти, и знания ты мне дашь, тогда индивидуально. Но касательно градации, касательно, там, эстимейта, да, вот этого, оно должно быть прозрачно. Люди должны понимать, что они получат, и что они все при этом равны. Но так как зарплаты у команды разные, то каждый получит больше, меньше.